Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей», с вами Азат Джумаханов. По всему миру зафиксировано 198 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло от болезни уже около 8 тысяч человек. Так, инфицированы жители уже 154 стран и зависимых территорий. 2532 человека выздоровели за минувшие сутки. И на 800 человек возросло число умерших. Италия остается страной, где смертность и заболеваемость растут быстрее по сравнению с остальными очагами пандемии. Продолжает улучшаться ситуация в Китае, который стал страной, где впервые зафиксировали случай коронавируса. Там подтверждено 25 новых случаев заражения и 11 смертей за последние сутки. А тем временем, по данным Минздрава, сегодня зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса. Из них 17 фактов в южной столице и 18 в городе Нур-Султан. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах. Состояние наших соотечественников оценивается как стабильное. 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией по городу Алматы. Первый случай – это девушка-студентка 1998 года рождения, прилетела к нам рейсом Стамбул-Алматы 15 марта текущего года. Вторая инфицированная женщина 1974 года прилетела из Москвы в Алмату 10 марта. Они находятся на карантине в стационаре. Состояние здоровья удовлетворительное. Об особенностях трудовой деятельности в период проведения мер по профилактике коронавирусной инфекции рассказали ответственные лица на брифинге с журналистами. Так, по словам специалиста, в период домашнего карантина работников оформляется как лист временной нетрудоспособности без посещения медицинских организаций. Однако и это еще не все. Более детально смотрите в следующем сюжете. Введенное чрезвычайное положение из-за коронавируса кардинально меняет рабочий график всего Казахстана. В период карантина работодатель вправе установить удаленную работу, если этого позволяет рабочий процесс, отмечают специалисты. Оплата труда в случае перехода на дистанционную работу будет производиться за фактически отработанное время. В организациях, где технологический процесс или иные причины не позволяют перевести сотрудников на дистанционную работу, нужно организовать деятельность в рамках режима неполного рабочего времени и сократить число рабочих дней. Зарплаты будут выплачиваться тоже за отработанное время. Все в курсе, что на сегодняшнее крупное предприятие — это у нас кинотеатры, театры, развлекательные центры — все закрылись. В связи с этим они должны на трудовой отпуск отправить или же на оплату за время простоя. В связи с этим оплата времени простоя оформляется актом работодателя. В данном случае простой не зависит от сторон, ни от работодателя, ни от работника. В связи с этим оплачивается не ниже минимальной заработной платы, если иное не предусмотрено в трудовом договоре и в коллективном договоре, может становиться выше. Согласно постановлениям, на период трудовой деятельности трудящийся коллектив будет обеспечен всеми необходимыми средствами защиты и профилактики. Будет вестись контроль за соблюдением рекомендаций органов здравоохранения. Также предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. В этот период работодатели предоставляют отпуск одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми. Касательно численности, сокращения численности штата работников, сообщаем, что на сегодняшний день, согласно требованиям Трудового кодекса, работодатель обязан в течение месяца уведомить работника о сокращении штата и, соответственно, с требованием Трудового кодекса выплатить компенсацию заработной платы в размере одного оклада. И это в тех случаях, когда работодатель не может отправить на дистанционную работу и, соответственно, не может отправить на трудовые отпуска. По словам экспертов, если работник находится на карантине, то ему выдается лист временной нетрудоспособности. Оплата пособия в этом случае будет производиться в соответствии с законодательством на сумму не более 15 МРП. Еламан Рамбеков, Аблакутукбай, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган.
Согласно статистическим данным, ежегодно чуть менее 400 тысяч казахстанских детей проходят обязательную вакцинацию. Однако многие из родителей в связи с объявлением по стране чрезвычайным положением выражают опасения и воздерживаются от данной процедуры. Чем мотивирует свой отказ казахстанцы и как обстоят дела в детских поликлиниках, узнавала наш корреспондент. Прививать или нет? Тема, ставшая притчей во языцах, расколола родительские мнения на поддерживающих вакцинацию и ее противников. Однако даже среди сторонников профилактической меры нашлись те, кто против проведения данной процедуры в период объявленного всеобщего чрезвычайного положения. Безопасность здоровья и жизни ребенка стоит выше, чем пресловутая прививка, резюмирует героиня сюжета Дина Колдыбек. Мать двоих детей задается вопросом, почему Министерство здравоохранения не сдвинет сроки вакцинации, поскольку лишний контакт в общественном транспорте или самой же поликлинике клиники, по мнению молодой женщины, подвергают неокрепшие детские организмы опасности заражения. Почему в такую минуту, когда вся страна, да, вот в режим ЧП перешла, там президент выступает, позакрывали там торговые центры развлекательные, как можно ходить в больницу, да, с маленьким ребенком, мне как матери маленького ребенка? Я считаю, что в этом вопросе надо в первую очередь думать о детях на самом деле. О безопасности детей. Я не антипрививочница. У меня старший ребенок все прививки получал. Но сейчас, я думаю, вопрос стоит не о том, чтобы вовремя, вот прямо сейчас получить прививку, а о том, чтобы получить ее тогда, когда все успокоится. Казахстанским детям ставят порядка 20 прививок, в том числе от гепатита, полиомиелита, туберкулеза, дифтерии, столбняка и других инфекций. Планово проводится вакцинация и в городской детской поликлинике Талдыкургана, где каждый вторник и четверг значатся днями здорового ребенка. Со слов главного специалиста по детству Майры Умаровой, именно в эти дни ведется прием абсолютно здоровых детей. Потому мнения родителей разделились. Сегодня я привела своего ребенка на прививку, чтобы не отставать от графика, несмотря на коронавирус. Сегодня идет прививочный день. Мы работаем в штатном режиме. Мы не прекращаем работу по иммунопрофилактике, потому что на сегодняшний день у нас иммунопрофилактика – это, в общем-то, иммунопрофилактика – это направленная на сохранение здоровья наших маленьких детишек. Иммунопрофилактика во имя жизни, так мы говорим, вот по такому принципу. Проводим с родителями беседу, разъясняем, и они приходят. Вместе с тем в детском медучреждении возросла нагрузка на лечащих врачей. Связано это с ростом респираторных заболеваний несовершеннолетних детей. Ежедневно здесь регистрируется порядка 40 вызовов врачей на дом. Во избежание контакта здоровых детей с заболевшими, последние не посещают врача самостоятельно. Врачи выезжают на дом к больному. В связи с чрезвычайным положением по коронавирусной инфекции у нас увеличилось количество вызовов. На подворных обходах, во время бесед с родителями наша участковая служба информирует их о том, чтобы они не приходили с температурящими, с больными детьми на прием к врачу, чтобы все они обслуживались на дому. Поэтому врач с участка обслуживает вызов на дому и доводит ребенка до выздоровления. Он приходит только там за справкой или за чем-нибудь. Тем не менее, вопрос о временном приостановлении вакцинации для многих обеспокоенных родителей остается открытым. Будут ли сдвинуты сроки вакцинации на период чрезвычайного положения по коронавирусу? За официальным ответом съемочная группа обратилась к представителям Управления здравоохранения Алматинской области. Переноса вакцинации не будет, противопоказаний для этого нет. В данной ситуации, в связи даже с введением этих мероприятий, на сегодняшний день бояться нечего, потому что у нас есть в детских учреждениях отдельный вход, который, значит, для здоровых детей, и выход. Поэтому дети при посещении они назначаются по времени, и они не стыкуются. В наших медицинских организациях достаточно дезинфицирующих средств, физических, химических и так далее. Поэтому противопоказаний или переноса не будет. Мнение медработников сводится к одному – поводов для беспокойства нет, а значит, вакцинация будет проводиться согласно календарю прививок. В случае изменения ситуации, связанной с коронавирусом, официальные лица обязаны немедленно сообщать об этом. Гульмира Тимиргалиева, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21:30.